Терпение на нуле. В Актау полицейские взялись за мелких правонарушителей. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нулевая терпимость» проводится по всей области с 27 по 30 октября. Полицейские не намерены терпеть в Мангистауской области всех, кто нарушает административный кодекс РК. Данное мероприятие является это разъяснение, значит, населению о недопущении мелких правонарушений. Как было сказано в словах главы государства, чтобы не допустить преступления, нам надо бороться с мелкими правонарушениями. В связи с этим у нас вот эта правонарушительная работа и широкомасштабная работа по улице проводится. Благодаря действиям сотрудников полиции с начала года зафиксирован рост количества выявления данных правонарушений. Больше всего жители Актау грешат нарушением тишины, появлением в нетрезвом состоянии и курением в общественных местах. Однако самым распространенным нарушением, по словам полицейских, является выбрасывание окурков из окон автомобиля. Несмотря на пепельницы, которые входят в комплект почти каждого авто, водители предпочитают по старинке выбрасывать окурок за борт. На всех нарушителей сотрудники правоохранительных органов составляют протокол о нарушении административного кодекса. После этого нарушителям остается только дождаться решения суда и заплатить штраф. Надежда Шульга, Аманды Каманкулы, специально для Тумба Киезет.